Итак, снова привет, дорогие друзья. Здравствуйте! У нас много машин сегодня. У нас сегодня много тестов, много машин, много интересного. Собралось очень много людей, прям положительных, да, классных друзей. Чем дальше, тем интереснее. Всем огромный респект, потому что вырвались вечером, ну так скажем. И сегодня у нас кто? Рено Логан. Кстати, второй кузов, ребята, не рестайлинг, его кто третьим называет. Это второй кузов Renault Logan. Достаточно сложный автомобиль в плане подбора. Там H7, ближний, H1, дальний, плюс ДХОшечка двойная. Да, это как у Лады Весты, ДХО, ходовой огонь, габарит. Да, ребят, чем интересна эта машина? У нее фара без колпачка от сечения света, так же как на Форде. И там мы будем сравнивать, что M-Linz против Bravi. Кстати, точно. Это получается у нас типа теплый свет и теплый свет. Ну, прям да. Вот именно 4300, и который заявляют как шестерка, но он почему-то светит все время. Он теплее, теплый. Да, он тепленький. Да, все-таки M-Linz, он тепловатый. По сравнению с F2, допустим, он теплее намного. И без колпачка от сечения света это очень интересно будет. Потому что когда у вас есть колпачок от сечения света, ребят, у вас СТГ практически идеальный. Когда его нет, это сложно, это действительно сложно. Но мы сегодня проверим и посмотрим. Поэтому что, не будем больше тарабанить? Не будем тарабанить. Погнали! Сразу посмотрим. Bravia против M-Linz. Это лампы. Да. Да. Bravia и M-Linz, а это машина. А это Renault Logan. Все логично. Сегодня просто логика так и прет. Итак, друзья, в левой, значит, левой водительской стороне у нас Bravia, значит, 4300. С правой стороны у нас M-Linz, друзья. 6000К. Ну, светит. Сейчас подумают, цена, слышь. А, не-не-не-не-не-не-не, цена подешевле, ребят. 4. Со скидками. Сейчас, со скидкой. До конца и месяца. И 2 года гарантии. Да, и 2 года гарантии. Итак, давай с чего-нибудь бы начинать, да? Давай с Bravia. Bravia покажем? Шикарно. Ну давай, Bravia покажем. Итак, друзья. Ну что же, вот это Bravia. Смотрим. Теплый, офигенный белый цвет. Теплый белый. Это теплый белый цвет. Ну, желтоватый, да, галоген. Галоген. Хер с ним, не будем спорить, это почти галоген. Окей. СТГ. Что у нас по СТГ? Цвет теневой границы есть, друзья. Ну, как бы никто не будет спорить. Засветов нет, границы отсечения света есть. Ну, как бы да, очень даже достойно, прям прикольно, и свет хорош. Теперь, значит, что касаемо M-Linz, ребятки. Смотрим. Вот M-Linz. И кто скажет, что она светит как-то синевой? Нифига, белый, хороший, качественный свет, приятный, с ровной светотеневой границей. Граница здесь такая же ярко выражена. Но, кстати, ярко выраженнее, мне кажется, у M-Linz. Ну, да? M-Linz лучше чуть-чуть СТГ, но опять же, ребят, разница в цене раз, да, разница в гарантии два. В два раза. И вы мне, конечно, извините, но... Но по яркости они тоже, да, разные. Но это мы сейчас увидим именно в коридоре, когда мы машину туда перегоним, посмотрим, как они по яркости и дальности светят. А сейчас, в данный момент, ну что, прикольно, ребят, ну смотрите. Ну вот так даже на машину смотрите, вот, ну, блин, теплый свет, чуть-чуть побелее, но тоже не холодный, без синевы. Вот вам сравнение M-Linz, Bravia, пожалуйста, друзья мои, СТГшки есть, зачет, переходим к следующему тесту. Красиво, здорово, и одна светит, и вторая, M-Linz, Bravia, M-Linz, сейчас у нас справа, да? Да. M-Linz, это значит пассажирская, а Bravia лево. Нет, я дальтоник, они оба светят в красном свете, для меня. Давай лучше заливку. Прикольно, да. Давайте посмотрим общее, друзья мои. Ну, что хотелось бы сказать. Ну, смотрите, ребят. Гаражи, да? Вот с этой стороны гаражи вон линия пошла. Блеск есть, окей. И с этой стороны гаражи, смотрите, какой ровный отсеченный светопоток. Ровный. По поводу свечения дальности. Да до хрена это... Ну, открой, ну что ты взял, закрыл. Это Bravia светит. Заливка хорошая, здоровская, четкая. Красивая, цвет теплый, ближе к галогену, ребят. Вон Тёма закрывает M-Linz, Bravia ближе к галогенке. Вот она теплым светит, вот здесь все в теплом. Света мало? Да ну нахер, его прям много. Прям действительно вон далеко хорошо. Теперь давай M-Linz. Мы же просили сравнить вам Bravia, M-Linz, нате. Могём. M-Linz побелей. M-Linz побелей, но света больше, свет насыщеннее, друзья. Вот, пожалуйста, Тём, давай, да, ту и другую. Bravia чуть поближе и тускнее. M-Linz пошире, подальше и цвет насыщен. Но в два раза ценник. Ценник в два раза. Но есть за что. В два раза, но есть за что, оно того стоит. Ну, то есть, Bravia шикарный вариант в своем цвете.
Причем Логан понял, что самое приятное. Да, Логан, да, Бравия классный вариант именно в своем цвете, именно... И в своем ценовом диапазоне, да. М-ка круче, но да. она белее. Да. Если вы хотите что-то под галоген, и вам нравится желтый свет, то М-ка это, ну, немножко не тот вариант. Нет, который... почему? Хорошая, она нет, похожа если ты на хочешь галоген, если ты хочешь, нет, если ты хочешь галоген желтый, вот как, вот, допустим, ну, тогда, за да, шанс, Брави. Допустим, мы снимали, там вот желтый-желтый галоген, тогда это все-таки Брави. Потому что она ближе к галогену, чем М-ка. Но M-Lens тоже не холодный. Я вот специально куплю Osram Cool Blue, там Philips вот эти в синий крашеный, и сравним нахер. Но это, ну, реально, она не синяя, это не матершина. Ну, нахер, не... это посыл. А, куда определение? Вот, это поэтому... не посыл. Да, это вот направление движения. Нахер. Вот. А так, ребята, одна и вторая достойны. Светит классно. Ближний шикарный. СТГ есть. Что еще для счастья надо? Не знаю. Супер. 2000-4000. Гарантия год, гарантия 2 года. Цвет теплый, цвет побелей, но тоже теплый, не холодный, ребят. То есть именно оттенка синевы нет. здесь нет. То есть вот, ну, пожалуйста, посмотрите. Оттенка синевы здесь нет. Не знаю, как камера передаст, посмотрю при монтаже, но оттенка синевы вот так вживую смотришь нет. Каждому свое вкусовщина. Но мне нравится и та, и другая. И светят они, кстати, обе здорово. Да. Да. Поэтому, ребят, тест состоялся, СТГ есть, свет классный, есть, одна и что вторая. Что вы думаете по этому сравнению, пишите сами. Да, кстати, в комментариях пишите, накалякайте, думайте. Давайте, 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 друзья. Мы же перестали ругаться матом, получше, тоже напишите, как вам, получше тесты или как, или похуже. Я стараюсь. Может, лучше было материться жестко, но ладно, посмотрим. Короче, а так, ставьте подписываемся, лайк, подписываемся, да. Колокольчики. И все то, что вы любите, да, подписаться не забудьте, репостить там пожелания, может, кому понравится, кому-то захочется. Вот Renault Logan 2, пожалуйста. Причем уже целая куча Renault Logan 2 ездит на M-Lens. Ну да. Причем, кстати, очень даже много. А Bravia новая лампа достаточно интересная. Ну так, всем спасибо, друзья. Всем ну что думаете, напишите обязательно. Все, пока.